Всех снова приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И да, мы продолжаем играть в эту самую игру. И что у нас? У нас тут, кстати, как вы видите, есть такое вот... тут три окошка, ну, три кнопочки, над которыми это, собственно, показывается количество сообщений в этих кнопочках. Это миссии, это, то есть, заметки. Заметки это, собственно, что произошло. Ну, вроде как, знаете, в стратегиях космических обычных, то есть какие-то новости там, где-то что-то построилось и так далее. Вот здесь тоже такое есть, и это круто. И также вот очередь строительства, то есть то, что еще не построилось, но строится. Вот, Акалиты Explore Room выполняется, в принципе, вполне себе нормально. И, то есть, миссии... вот какие у нас есть миссии. Так. Вот это вот что? Это у нас, в общем-то... нужно один из этих флотов, в общем-то, уничтожить. В общем-то, флот адмирала какого-то пирата. В общем, вы поняли. Так, значит... Альдебаран. Что за Альдебаран? Вот сюда полететь нужно. Окей. И нам что-то, по идее, за это дадут. И, собственно, увеличить свой флот нужно. Что тоже очень-таки неплохо. Ну, давайте подождем. Так, show location. Вот оно. Но у нас не хватает ресурсов. Вполне себе естественно, что их не хватает, в принципе. И я не знаю. Я не знаю. Так. Скоро там. Есть. Все. Новый корабль готов. И теперь мы их оба, собственно, отправим куда-либо. Куда-то их, в общем-то, отправим. Давайте просто вначале вот сюда. Оба корабля отправляем по понятным причинам. Хотя нет, давайте вот так вот поставим. То есть вот сюда рыцаря, вот сюда Акалита. Я люблю именно так. То есть вверху у нас корабль, который хиляет. Кстати, как вы видите, он добавил нам всякие навыки. То есть, например, Cauterize How. То есть может чинить 3 раза. Но, то есть, какой-то одного союзника. Также загрузить вирус с 75% шансом. Он, в общем-то, всем противникам, ну, точнее, каждому по отдельности, сенсоры выводит из строя. И также портальная пушка, которая наносит критические удары по пробитому корпусу. Также она, в принципе, не очень-то сильная, но сойдет. А вот эта штука, как вы видите, у нас действительно наносит, то есть как раз пробивает корпус. Вот также типа пушки, вот это вот все дается изначально. Но я буду стараться Salvage Harpoon'ом пользоваться, поэтому вот такие вот дела. Давайте сюда отправимся. Нам хоть и сюда нужно, но надо же по дороге что-то здесь поисследовать. Какого фига? Слушайте, давайте вперед. Нет, не надо чиниться. У нас слишком мало ресурсов для этого. Берем топливо. И да, у нас, как вы видите, есть вариант теперь эвакуировать, собственно, предприятие. Если мы эвакуируем его, то мы не будем здесь ничего получать в будущем, но мы, в общем-то, получим 75, собственно, людей себе. Поэтому, если где-то тут есть такие инопланетяне, вот они. То есть, они уничтожают вот здесь вот вокруг все эти штуки. И, в общем-то, это очень плохо, что они их уничтожают. Поэтому, те штуки, вот эти вот предприятия, которые находятся рядом с инопланетянами, лучше нам будет, собственно, эвакуировать. Чтобы они не достались инопланетянам. А здесь, как вы видите, то есть ничего нет, уже все разорено. Ну, значит, сюда полетим. Надеюсь, что-то здесь будет.
Так. Угу. Темная материя, 24 штуки всего лишь. Ну, это начало игры, поэтому тут ничего необычного в этом нет. Так, сюда. Так, колония. И здесь мы можем экипажа себе набрать. Экипаж, как я сказал, это довольно важная штука. И давайте, что ли, вот так вот полетим с этой стороны. Обойдем. И здесь что-то... Да, здесь какие-то противники на земле. Поэтому нужно нам с ними разобраться. Так, кадет вот этот. Это что он? Шокет. Ну, шокет это неплохо. А это что? Нет, тогда лучше шокет, наверное. Хотя нет. Пусть этот будет. Потому что confused... Хотя, блин, confused тоже не очень хорошо. Вот такой вот инопланетянчик, который, естественно, по нашему кадету фигачит. Transfusion, Afflicted. А что у него за иммунитеты? Я не могу на него посмотреть почему-то. Ну ладно, вот так вот. Или могу. Ну, я зажимаю кнопку, но нифига не работает. Так, ну ладно. Blinded. А, это эксплойты. Нет, ну эксплойты это не то. Вот механическая штука его фигачит. Как это ты уклонился? Ты издеваешься, чувак? Ты же... Ты меня бесишь. Тут смотрите, по всем противникам в основном способности, это, конечно, довольно плохо. Почему это довольно плохо? Да, я думаю, всем понятно, почему это довольно плохо. Эксплойты, инфликт станет, блин. Ну, по всем. Тут все по всем. Так, фигач давай. Отлично, теперь у него еще и броня уменьшена. Уклонение, что за нафиг? Ну, хотя я тоже уклонился, поэтому... Бамс! Ну, будем, значит, так добивать. Я думаю, мы справимся. Так. Кадет, вперед! Родина мать зовет. Есть, какую-то награду, конечно, получили, но это слабовато. Зато мы теперь знаем, что сюда нам больше не надо летать. Поэтому я советую вот так вот все, что рядом находится, обследовать. Freeholds, Fleet made contact with Dark Matter. В общем, да, загружаем темную материю, 32 единицы. Пока что это для нас много довольно-таки. И лучше вот здесь вот полетать в первый же раз, вот это вот все эвакуировать нафиг, потому что иначе будут проблемы, я бы сказал. Так, тревелинг, что-то там. Так, ага, тут рабочая станция, и тут мы можем добыть материалы, не убивая никого. Так, я не знаю, сюда лететь или сюда лететь. Давайте здесь пролетимся, хотя сюда тоже, по идее, нужно было бы залететь. Давайте попробуем, что здесь находится. Потому что сюда инопланетяне все-таки могут... Ну, не знаю, не хочется мне эвакуировать. Это довольно ценное, собственно, место. А, все, топлива нету.
Отстой. Так. Ну нет, нет, нет. Все, значит, теперь домой. Придется нам домой полететь. Потому что мы, к сожалению, не встретили больше заправочных станций. Вот, наверное, здесь заправочная станция находится. Но это ничего о нас не говорит такого. Так, ну и теперь, наверное, попробуем вот эти вот все вещи уничтожать. Пиратские офицеры, тут еще что-то. Вот это тот самый крупный флот, но я думаю, мы вдвоем его одолеем. Или же нет? Думаю, одолеем. Давайте пошлем. Так. Сент Флит. Просто лаунч. Старт комбат. Да. Угу. И теперь вот это вот моя любимая способность у данного корабля. Просто бах, и сенсоры офлайн. И теперь они, в общем-то, у них минус 30% защиты. Неплохо, согласитесь. Так, и теперь тут как бы где-то была способность, которая по сенсорам бьет. Но это, по-моему, у другого чувака. Поэтому такие вот дела. Ну, давайте вот так, значит. У него иммунитетов никаких нет. Resistance. О, уязвимости Engines Down. А у этого то же самое. Так, ну ладно. Во. Замечательно. Угу. Красавец. И вот сейчас мы нанесем критический удар. Минус 153. Как вы видите, то есть вот такие вот криты, они очень, очень действенные против противников. Хотя их не так легко и наносить. Но, к сожалению, вот эта способность, она имеет кулдаун. Не знаю, давайте что ли попробуем тогда... Engines down сделать, или... Или вот эту вот штуку. Вот так вот. Бамс. Корпус разрушен. Теперь можно добить его. 90! It's really? Это действительно так, то, что я вижу? Ну, теперь engines down. Что? Ну как? Как? Вот скажите, как теперь воевать с такой невезухой? Никакого крита не произошло. Ну, точнее, он произошел, но почему-то он меньше, чем обычная атака оказался. Даже. У этого корабля у нас вообще лечений, конечно, дофигища просто. Так, еще разок. Деконстракт. Хубричит. Вперед. Значит... Есть, вот такое вот надо делать. А то в тот раз что-то фигня какая-то произошла. Мы получили довольно неплохое количество ресурсов. Так, мы что-то там победили кого-то, получили какие-то знания. И тут типа вернуть или получить мир модулью мир Мирмодион X. То есть яйца мирмодионов каких-то. Но я хочу вначале вот этих вот замочить, чтобы добыть новых ресурсов, а также прокачать наш персонал. Тем более, что они слабее тех, которых мы уже победили. Так, значит... Бамс. А вот этот уклонился. Я на него как раз направил. Я ж ожидал чего-то подобного. Ожидал же. Так, кстати, а к чему он уязвим? Defensive systems and... так, и уязвимость. Уязвимость.
Ну тогда на тебя вот это надо накладывать. Он уязвим к уязвимости. Забавно. Лазер страйф. Ну что ж, получи, чувак. Уклонился! Мамку твою я шатал. Очень больно ее шатал. Анально покарал, я бы даже сказал. Так, пора нам лечиться. А то что-то вообще непотребство происходит. Пусть они, конечно, нас продолжают атаковать, но мы просто полечимся. О, как-то наш корабль что, ему ответил или что произошло? Так, Inflict Ship Disable. Или Engines Down. По-моему, Engines Down на него действует, да, более эффективно, что ли. Хотя, с другой стороны, Hull Breach может использовать наш союзник. Да, вот как-то так. Смотрите, как офигенно. Ну, мы немножко подлечились, конечно, Ну, не знаю. Блин, не долечились. Зря это мы. Так. В следующий раз не буду никого атаковать. Сразу же лечение на себя наложу, чтобы мы уже вылечились по полной. Как вы видите, здесь нету никаких всяких там шахт или чего-то подобного. Надо экономить на самом-то деле время. Ой, блин. Да. Придется нам вернуться, к сожалению. Так. Ну что ж. Блин, ну что ж это такое? Reputation gained. Кадеты получили репутацию. Почему-то, непонятно почему. Так, значит, сюда отправим теперь флот. Не знаю. Или не отправим флот. Значит, мы получили какие-то ресурсы. 250. Я вот не знаю, нам не хватит, скорее всего, материалов ни на что сейчас. Сейчас нам ни на что не хватит материалов. Starbase. Так, я вот что думаю. Мы сейчас отправим, то есть, одного парня куда-то летать, а второго мы оставим здесь, чтобы он тут чем-то занимался. То есть там разведывал, еще чем-то занимался. Улучшал свой корабль. Хотя нет, улучшать корабль не время, наверное. Наверное, не время. Или время, или не время. Или непонятно что. Плевать. Так, это мы не можем или можем разведать. Давайте. Так, значит, инженер у нас полетит сюда. А другой парень полетит сюда. Вот. Точнее, вот этого удалим. Нет, просто полети туда. 39 топлива. Замечательно. У меня никогда не было так, чтобы топлива типа не хватало. Но теперь оказалось, что бывает такое. Так, теперь летим сюда. Но мы уже знаем, куда нам лететь. Поэтому это круто. Довольно-таки. Так, Каэде Михайлов. Что? Потерялись 93 материала. Ну это офигеть просто. Давайте теперь сюда полетим. По понятным причинам. Так, вот к нам прилетели вот такие вот XLR директорат. И, в общем-то, они злобные, и, в общем, они нас не любят. What are you talking about, XLR? Oh, really? You expect to think you weren't breeding monstrous were beasts? Что? Galactic Domination. В общем,
Типичная ксаларская паранойя. В общем, они какие-то злобные почему-то. Be my quest. One final warning. В общем, тут, к счастью для нас, неважно, что мы выбираем в диалогах, итог один и тот же. То есть, с вот этими вот у нас такой себе очень шаткий мир инопланетянами. Будут еще дружелюбные инопланетяне, инопланетяне, которые постоянно у тебя пытаются купить твою станцию, собственно, на которой ты находишься. Но продать им, к сожалению, нельзя ее. Хотя, может, и к счастью, кто-то бы продал, ну, по приколу можно было бы закончить игру тем, что ты, типа, продал станцию и все. И как бы ты ж без станции, тебе не с чем играть, все, ты, типа, идешь куда-то, улетаешь с кучей бабосов, которые никому не нужны в космосе. Так, show location, забавно, то есть clear it. Офицер Академии. У меня уже есть офицер. Или у меня вообще она уже есть? Нет, у меня ее нет. Ну ладно, тогда эксплорим дальше. Попытаемся, по крайней мере. Так, сигналс, что-то там. Ну, можно попробовать. Можно попробовать. Если что, убежим, конечно же. У нас, в принципе, есть вот лечилка. Трансфьюжн. Так и так. К чему-то уязвим. Почему не показывают, к чему-то уязвим, ублюдок? Что это новое что-то, я не понимаю. В космосе показывает, а здесь почему-то не показывает. На всех противников. Так, confused. 70%. Transfusion. Ну, давайте ему ослабим защиту, типа. Afflicted, замечательно. Чё-то он на себя накастовал, говнюк. Inflicts Blinded. Blinded — это круто. Blinded — это очень круто. Resisted. Вот видите, у него какой-то резист оказался. А я-то не знаю, что у него там за резист. Экспост. Вот он как-то уязвим к этому типу урона. Allies, Transfusion. Transfusion — это было бы неплохо. Так. Да, Transfusion. Но правда только на нашего героя. А он на всех... Exploits bleeding. А, использует bleeding. Ясно. Ну, если кадета убьют, как бы не так уж и страшно. Но не хотелось бы, конечно. А, вот, смотрите, они получают еще и здоровье от него, причем. Забавно. Только какого хрена они получили? У них же ж нет трансфьюжена. Но я не понимать. Не трогайте их. Говнюк, не трогай моих кадетов. Все. Одного сохранили. В критическом состоянии, конечно. Но сохранили. Так. Матер, значит, материю получили. И она, кстати, сразу же почему-то у нас в Starbase попала, эта материя. И я не знаю, что мне даже строить, потому что как бы 350 тратить на офицерскую академию, это, конечно, не очень хорошо на самом-то деле. Хотя выбора нет. Это самое полезное, что мы сейчас можем построить.
Нет, сюда давай. Полетел. Ой, смотрите, оно что-то нападает на всех. Файнеры, замечательно. Еще 30 топлива. Очень-очень плохо. Это очень-очень плохо. Так, сюда, значит, полетели теперь. Шоу-локейшн. И теперь, пожалуй, пусть этот парень занимается улучшением собственного корабля. Блицер тут спит и защита. Эйм. Эйм это я читаю защита, ну потому что я не знаю. Надо загуглить, что это вообще такое на самом деле. И вот damage. И прочность корпуса. Не знаю. Давайте лучше вот это вот так. Вот. К тому же он за то, что он помогает изучать, он получает тоже опыт. Это довольно-таки прикольно. Так, колони Виргиния. Continue production. Давайте эвакуируем фасилити. Но теперь здесь ее не будет, все. Но нам придется, видите, вот на это уже напали. Ага, на нас пираты напали, пока мы здесь фигней страдали. Да ну хватит уже говорить, что вы там говорите. Михалков, командир, что-то Михалков. Continue production. Я не знаю, на самом-то деле это все очень-очень плохо. Так. Ладно, я понял. Ой, стоп, а нам дали офицера, я не понял. Нафига он нам? И вот у нас есть один реролл. Нам его, я так понял, бесплатно дали. Ну ладно. Weapon Supercharge, значит, Inflict, Ship Disable. На себя, уязвимость и Ship Disable. Нет, ну и Suicide Run, это, конечно, говно еще то. Но нам как бы вот эти вот чуваки уже не нужны. Нам нужен тактический, по идее. Потому что он использует многие вещи, которые, в общем-то, нам могут пригодиться. Так, вот, Inflict Ship Disable, в принципе. Ну, у нас все равно нет выбора больше. То есть, как бы... Использует сенсор софлайн. Тоже офигенно. Ну, в принципе, сойдет. Сойдет, пожалуй. Возьмем офицера этого. Нужно для него еще корабль будет сделать, а так. Так, а чё? Короче, чё-то непонятное происходит. Continue production. Так, и эвакуируем. Потому что вы поняли. Иначе тут все разрушат наши противники. И теперь сюда куда-то полетели. Тут, короче, никого нет. Ты чё глючишь? Парень! Парень! Любить тебя в попку надо, парня такого. Замечательного. Так, Repair Overdrive.
принципе, можно Repair Overdrive. Хул Breach у нас есть чем накладывать. Хотя вообще, починки у нас слишком много, пожалуй. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если она вам понравилась. Всем пока-пока.